7:53 утра. Польша, Амлава. Иду в ЗУС делать себе польскую дию. На улице красота неописуемая. Снежок за ночь. И на сегодня тоже передают снегопады. Вот. Это я выкидываю мусор, а это такие баки, где люди складывают белье для беженцев. Вот видите, там куртки, там такое все. Вот. Так что иду вот посмотреть, что как. Вот. Сейчас пойду в ЗУС. Видите, это такая погодка. Сейчас пойду в ЗУС. Посмотрю, что там. Что здесь положили люди. Вот видите, это вещи такие вот люди ложат, чтобы кто-то забирал. То есть для беженцев, как вроде. Вот такой снегопад. Сегодня минус 4. Обещают снег еще. Сейчас я пойду через парк в ЗУС, чтобы меня выслали специальный код для входа в ЗИИ. Здесь делается совсем по-другому, а не так, как у нас. Просто зашел в ЗИИ, зарегистрировался, и все. Здесь ты идешь в ЗУС, тебе делают код. То есть присылается на телефон или на e-mail. СМС-ка. И тогда ты только с этой помощью можешь войти. Работает же с 8 утра. Вот я иду, там уже, по-моему, люди стоят, уже очередь. Это парк Млавский, где проходят все мероприятия, ярмарки. Ну, вот. Это такая вот красота, снег. Везде снег, очень красиво, но очень холодно. Здесь поляки в квартирах, вот мы проснулись в хостеле, да, делают на минимум отопление, потому что очень дорого оплатить. А у них у всех автономное отопление, то есть на каждую квартиру свое автономное отопление. Поэтому как-то вот так. Ну, на этом я пока заканчиваю. Зайду в ЗУС, да. Расскажу, что там было.